Внимание, этот мод использует персонажа, который ординейтов для той чего, это очень драфита, имаджеры, бла-бла-бла. Смотрите оригинальное видео на ютубере Татиним, это номер сделан для вас на ваш рейст, если... Понятно. Спасибо за стачивание мода, теперь ты должен... Ладно, пофиг. Мисс Сиртлс Ата. Всем привет, друзья, с вами Мирондов, и мы с вами будем играть в игру мод про Балди Бейсинс. Кто-нибудь из вас знает персонажа под названием Миссис Сиртл? Это персонаж, можно сказать, связанный с ютубером Тати. Вот она. Вы потом поглядите, тогда я вам ее покажу. Смотрите, настройки, история. Смотрите. Давайте история. А он нет. В пятницу ты забыл 7 блокнотов. Нам надо найти их. Ладно. Настройки. Full Strain, Rumble, Solution. Ну это что такое? Я не знаю, что это. Ну ладно. Play. Тац. Сиртл стайл. Поиграйте за Балди. Поиграй за Балди. Которому нужно собрать здесь 7 блокнотов, чтобы нужно дрейдить. Тут есть вторая глава. Но я почему-то не могу на нее нажать. Ну ладно. Все в 4 должен работать, но нет, не работает, ребят. Вот мы где находимся. Кстати, поворот у меня, надеюсь, нормальный. Я вам потом подожду, кто такая миссис Сиртл. Я ее знаю. И надеюсь, я с ней не встречусь никогда в своей жизни. Потому что она китайская, я не знаю. Там вот, видите, темное что-то. И посмотрите вот на это. Вы понимаете, что я сейчас сделал? Сейчас я, короче, буду сражаться, если кто не понял, этот битва слова. Вот что она такая. Я слышу ее звуки очень тихо. А что она такая быстрая? Но... Ой. Подождите. Чё ты такая быстрая? Чё она такая быстрая? Реально, чё она такая быстрая, ребят? Тац. Ну да. Да, подождите. Ещё раз. Ещё. Тац. Что сейчас было? Я не знаю. Но мне нужно прятаться. Все, она бежит. Давайте забираем. Вот это, блин, быстрее. Кстати, если кто заметил, нужно сразу прям побежать от выхода. Ладно. Но это не сработает. Вообще, давайте вот сейчас убежим. Я, кстати, надеюсь, она только одна будет, потому что если будет директор еще, то это будет пипец сложно. Хотя... А я не знаю, что хотят. Опа. Я, ребят, слышу, тут она отрывает дверь. Значит, она там. Я чувствую, что она там, ребят. Я успел? Нет? Нет, я не успел. Или успел? Не, не успел. Я не успел. Слушайте, а тут я узнаю, где она находится, ведь она же очень тихо тут идет. Так, подождите. Управление. Ага. Да. Блин, все темное стало почему-то. Так, еще раз.
Ладно. Давайте помедленнее сделаем. Full screen. Да, лучше full screen. Мне вот сейчас full screen нужен. Так. О, сейчас уже стало получше. Сейчас уже реально получше стало. Но минус в том, то, что... Да, блин. Миссис Сиртл, она, короче, наверное, спрятала от меня что-то, или нет? Что-то спрятала! Это оригинально! Вы слушайте, это плохая идея, наверное, то, что я сюда пошла. Палти Слунтайм Саунд. Она там. Да. О, она открыла дверь. А меня тут нету. Иди отсюда. Она уходит. Вроде ушла. Я не знаю. Ладно. Окей. Давай. Быстрее. Меня это бесконечно будет. Ладно. Ой. А чё он так быстро стал? Мистер Тол, чё так вдруг стали такие быстрые? Чё так быстрые? Я не понимаю, она от меня убегает? Ребят, кто-нибудь понимает, что сейчас происходит? А, она, наверное, не любит эту музыку. Вот почему. То есть на мне и пофиг, да? Слушай, я что-то не могу бегать. А, у меня же... Нормально. 5 блокнотов. О, нет. Все, ребят, монстр закончился. Мне лишь бы знать, где она. Слушай, она случайно не та. О! Я ее вижу. Она идет. Дынь, 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 дынь. Надо было вторую псоду взять. Нет, почему здесь швабра? Здесь швабра есть? Неужели здесь швабра есть? Автор разработчик с швабрами убрал, прикиньте. Ой. Блин, разработчик реально швабры не убрал. Офигеть, я в шоке. Швабра единственный персонаж, который все еще здесь. Увидели, она сейчас прям... О, дратуйте. А меня тут нету. Пошла ты в жопу. Все. Ну, пока что все легко. Почему швабру не убрать? Ладно. Надеюсь, она долетела. Ладно, все, пошли. Быстрее, 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 быстрее. Все выходы разблокированы, если кто заметил. Я не могу хватить. Ну ладно. Давайте это используем. Да, Ой, блин, зря это... Ой, все, мне трышно. Мне трышно. А может ты... Нет! Блин, я не успел. Я не успел. Ребята, я не успел. Я не успел. Я не успел. Блин, я толпаная левая цена. Она что же, мышь, она не работает. Блин, я забыл про нее. Я совсем забыл, что у меня не работает она.
твою. Ну ладно, пофиг. Как-нибудь разберемся. Прорвемся, да, прорвемся, ребят, прорвемся. Мы прорвемся. Все, погнали. Да, скипки, доп, присвески, бля, да. Хорошо, что тут нету директора, потому что с директором было бы еще сложнее. Вот реально. Балдис, фун тайм саунд. Фан тайм саунд. И она уже там. Так, видите. Так, нет, это обратно будет. Я думаю, пора использовать. Тац. Давай. А меня тут не тут отвидишь, миссис Сиркл. Я тогда произношу ее имя, и мне там будто вспоминается миссис Лимонс. Кстати, напоминаю, что миссис Лимонс нам осталось еще две танцовки получить, но там я без понятия. То есть хотел сказать, я не знаю, смогу ли я их получать, потому что они там сложные. Ну что, давайте ее сделаем так, чтобы ее было противно, слышите? Видите, она бешеная. Обратите внимание, что, кстати, Балди изменился лицо. А вы, кстати, помните? Блин, мистер, ну не пудай меня. Страшно мне тебе. Сейчас была Рэнь страшно. Видите, она мне Рэнь ничего не может сделать. Она боится эту песню. Все понятно. Трусиха. Ха-ха. Ну, пока она тут будет бояться, я пока буду вот так делать. Давайте вот так вот сделаем на всякий случай. А то уж вдруг швабра прибежит. Хотя я не уверен. Ну, я не знаю. Давайте вот так вот сделаем, потому что сода на тольта один раз действует на тольта, по-моему. А, два раза? Тогда зря я выкинул. Дурдом. Блин, ну сейчас я облажался. Ребята, сейчас я облажался. О, она. О, вот она. Обрати внимание, что она, кстати, вот здесь, она так-то легкая, реально. Но не очень. Еще вы, кстати, заметили, что псоды изменения тоже новые, потому что, помните, мы сами играли в Балди Бэсис Плюс? Там ведь обновление вышло, и поэтому все там новое. И разработчик игры, то есть фан игры, сделал та же. Но тут нету доктора Рефлица, поэтому, ребят, извините. Разработчик, отменяйте сообщение, это самый твой главный минус в своей жизни. Что-то ты шабра не мог? Нет! Нет! Да блин! Шабра! О! Вот сейчас, кстати, шавар правильно сделала. Ну давай, шавар, а ты потом вози. Блин, я псуду потратил за это. Швабры. Придется вот сюда спрятаться. Быстрее. Yes, успел. Танц. Где она? Она открыла дверь. И где она? Где она? А, она ушла, что ли? Офигеть, она ушла, походу. Танц. Подождите-то. У меня ни одной псоды, это проблема. Все из-за швабры, потому что она не вовремя прибежала. Ладно. Все. Ой. Я на все случаи это использую. Блин, она обошла. Тьфу. Отказывается. Так, еще раз. Подождите. Я еще. Да блин. Я не знал этого, если честно. Вообще надо было сначала там вход, и потом узнать, где она. Ну а я-то ведь не мог узнать, поэтому, извините, проблема это не моя. Я ведь не сумел узнать, где она.
Значит, это... Я ведь не знал, поэтому это не моя проблема. Вот. Мое доказательство. Берем шоколадку. Но на этот раз я не буду тратить соду. Вы понимаете. Ой. А у меня нету этого. Я не слышу. О. Блин, я успел? Я успел? Нет? Или да? Я успел! Офигеть, я использовал во время того, как она зашла сюда. Ну, короче, я успел. Сейчас надо чуть-чуть подождать. Ну, я хотя бы, кстати, уже 7 блокнотов собрал. И, кстати, это легкий мод. Вообще легкий. Да, и с оригинальным персонажем здесь только швабра. Интересно. Ну ладно. Ой, она где-то рядом, ребят. Она где-то рядом, я ее чувствую. Ну ладно. Сейчас она не будет рядом. Что, боишься меня? Вот так не пугай меня, пожалуйста. Она еще так бедает. Боится, типа. Блин, ну сейчас я что-то так-то... Блин, я не успею. Чё она так... Зашла. Давай ты это, до свидания. Окей? Давай это до свидания. Блин, я скорость-то не прибавил. Сейчас меня, что называется... Минус я. Она рядом. Блин. Мне пришлось это использовать. Ладно, у меня еще осталась вот эта. Вот одна штука у меня еще осталась. О, швабра. Удачи тебе с этим. Мистер Тол, я тебе сразу говорю, швабра, она бешеная. Она туда-сюда тебя возит. Но ничего, ты, надеюсь, ты ее не боишься. Да... Интересно, она себя боится, потому что она сама-то страшная. Если она страшная, значит, она должна себя бояться. Это логичный от меня вывод. Ну ладно. Быстрее, 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 быстрее. А я скоро закончился, ладно, сейчас установлю. А, она сзади. Блин, я сейчас, походу, я швабру почувствовал. Быстрее! Есть! Успел! Я успел! О, она взошла. Сейчас у меня будет 7 блокнотов, и потом я должен... Блин, я, кстати, не заметил, что в ту сторону она пошла. Вот это у меня проблема. Вот это у меня... Ну ладно, она в прошлый раз пошла направо, давайте налево пойдем. Хотя мне кажется, это моя плохая идея. Ладно. Ладно. Рыснем. Что-то она уже рядом. Ребята, она уже рядом. Она уже рядом. Ты идешь сюда или нет? Не понял. А, это я в это затрыл. Ну ладно. А, понятно. Слушайте, они, кстати, тончаются. Я только что заметил, что они тончаются. Это, по идее, логично.
Да, но они мне... Она туда пошла. Ой, все, мне танец. Блин, не вовремя они у меня закончились. Я сейчас поздно слишком пришел, потому что не надо мне было забирать вот одну вещь. Кто это такое? Кто это такое? Так, ладно, подождите. Так, еще раз. Ладно, еще раз пробуем, ничего страшного. О, монеты давайте берем. Так, иди сюда. Все, собрали. Теперь идем туда. Берем шоколадку, используем ее. Вот это. Берем фон Таймсон. Пора использовать. Я слышал дверь, звук третьей двери, я использую. Все. Пац. Она прям рядом здесь была, она бежала. Она опять меня пугает. 100 минут у нас заканчивается. Сейчас пополнится. Так, это возьмем. А, понятно. Иди сюда, мразь. Ладно, я пустил. Да, бля. Так. Быстрее. Нет, опять швабра. Не вовремя ты опять же. Я опять же. Надеюсь, швабра сейчас прибежала, вот это все отмызала, это два эти, да? Отмызала. Что я сейчас сказала? Я без понятия. О, она там. Так, ладно. Все используем. Я использовал это. Так. Прячемся от нее. А, ты лохница. А, ты лохница. Я шторнул. Ну не понял, она возвращается или что? А, вот она где. Блин, я не хотел, чтобы она там была. Хотел, чтобы она в другой стороне. Ну ладно, у меня, если что, есть одна псода еще, поэтому ничего страшного. Ну что, на. Надеюсь, я правильно псоду. Нет, я неправильно ее отправил. Блин. Ладно. Так, еще осталось 3 выхода. 3.
Сейчас у меня будет еще одна посуда. Блин, так медленно. Не надо мне так медленно. Давай побыстрее. Давай быстрее. Давай быстрее, алло. Ура. Хотя нет, это не ура. Тогда ты успела так пройти. Все, пошла. Пошла вон отсюда. Блин, а я сейчас не успею, короче. Не надо! Швабра, ты мне вовремя. Реально. Если сейчас она отсюда пойдет, то это плохо. Блин, кстати. Я, кстати, вход не активировал там, если кто понял. Я вход не активировал, там же столовая, прикиньте. Мне сейчас придется заново тут бежать. Но вроде при третьем входе мисс Сиртл должна пропасть. Потому что, настолько я знаю, оригинальную Балди. И Ралди, Тратхаус, естественно. Там было то, что при третьем входе они пропадают. Но при последнем будет босс-файт. Я-то полагаю, что у меня будет тоже босс-файт, потому что, да. Так, ну сейчас я быстро возьму вход. Хотя, да подожди, потому что выхода не было. Для меня этот выход, потому что я, типа, сейчас выхожу и что, значит, это выход. Если вхожу, то это вход. Фу! Ну все, короче, погнали. Ну, естественно, тот я предполагал. Тот я предполагал. Ну что, бежим от меня. Слушай, она быстрая. А что, зря я пошел по этому пути? Надо было по-другому пойти. Ну я же знал, откуда надо было. Я и не знал, конечно. Блин. Она рядом. О. Ну вот на время только ее отжидает, можно сказать. О, банан. Ай-яй-яй. Блин. Ребята, у меня проблемы. О, там что-то... Да что там такое за лицо? Блин, это была плохая идея, мне кажется. Это были мемы? О, быстрее, быстрее, быстрее. На, все, ура. Бегу от нее. Нет. Так, походу тут тоже предметы есть. Но пока что нет. Ой, зря, наверное. А, нет, не зря пробежал. А, это... А, ну да, естественно. Ха-ха. Чё? Чизбургер. Блин, я вот сейчас остановился. Это плохо. Ладно, будем потом вот так вот бегать.
потом не строит ничего тут. Но она рядом, она чуть-чуть приближается-то. Ой, я мимо пустил. Блин. Там был... Там стул был. Ладно, хорошо, я возьму его сейчас. Наверное. Побабуй. Спидран по Майнкрафту, ребята. О. Блин. Я остановился что-то. Может, хватит, а? Я так бы устал. Хватит мне. О, там мем, по-моему, был. Ну, я не знаю, был ли он там, но давайте его возьмем. Там банан. А, там банан, блин. А еще банан хорошая штука. Чё? Марио? Там Марио еще был. Бежим. Она все приближается все ближе и ближе. О, еще один банан. У меня нет времени, да. Да блин! О! Может все? Я думаю, может уже все. Просто надо успокоиться. Блин! Угу! И сами Марио. А, вот она. Там стол был, я видел. Блин. Все, бежим, бежим, бежим. Не отстаем. Может, хватит уже? Блин! О, там ёлка летающая. Ну не ёлка, а это. Да... Я не взял банан, блин. Так, ну сейчас быстрее. Я взял? Да, о. Там уж все хватит, а? Слушайте, я столько раз уже бью, и она до сих пор не подыхает. О! Ага, там Супер Марио был. О, стул. Куда он пропал? Фу, я победил ее. Офигеть. И она, кстати, валяется сейчас. А, она валяется в стиле Питера Дривина. Окей, почему бы и нет? Я её с первого раза победил, кстати говоря. Но она была легким боссом. Только вот я мог бы сейчас проиграть, если честно. Так, идите за фронт в Эдсет. Типа, идите к начальному выходу. Ну, дайте мне для начала вот так вот сделать. Вначале мне, да мне вот так удобнее, в принципе.
Офигеть. С первого раза прошу. I'm super sonic and I'm fast. Все, па, вот выход. Балтартар. Что-то за машина такая новая, кстати говоря. И затем Dread the L Solis Dulce Fantastic on the Ascendance. Короче, их Dread оценили, студенты имели фантастику работу. А с плюсом. Это типа 5 с плюсом. Но что насчет миссис Сиртлс? Ты не видел ее? Ты не видел ее про сбатали на про не, по, после прошедшей идеи? 991 на Сёр Эмерджиси. Подожди, 991? Еще правильно писать 911, а не 991. Ну ладно. И затем директор сказал тебе, что произошло, швабра позвонила в полицию. Тот швабра может позвонить в полицию. И ты не видел ее больше стора. Она провела в тюрьму за все драйнос. Что-то не просто ты, но все остальные. Поздравляю, ты выиграл. Спасибо, что поиграли. Не сосед вот так. Он создал Супер Питер. А миссис Сиртл была создана ютубером Пати. Кстати, ютубер. Балти Бейсис создан Мэйтах Макдональд. Балди Симфайн Токен создал... Там доктор Рифлит, смотрите, появился. Вот там файл нейм. Песня, которую ты сейчас слышишь, называется... Бла-б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 ла. Там файл нейм 2, смотрите. Сиртлс модель из проекта создал Майте. Спасибо за прохождение. Увидимся скоро. Ну, я могу уходить, наверное. Все, я ушел. Я ушел. Так, подождите-то. Чё, так насчёт два... Да, блин. Так насчёт глава вторая, алё. Глава вторая. Ой, да... Блин. Я, кстати, ребята, слышал, что здесь есть еще такой режим под названием режим лабиринта. Режим лабиринта, чтобы здесь открыть, нужно, короче, пройти кое-что. Да, нужно пройти кое-что. Нужно пройти одну вещь. Сейчас вам покажу такую. А доктор... такой доктора. Миссис Сиртл, и тогда забирать мой блокнот. Нужно собрать последний блокнот, нужно собрать именно тот, который находится рядом с той кнопкой. Сейчас покажу вам. Пауза. Вот здесь, ребята, вот это мы не берем. Вот этот блокнот мы пока не берем, да. О, кнопка. Я, ребят, нашел кнопку. Там нужно было забрать последний блокнот. Там зеленая блокнот. Вау, ты зупо. Йо, unlocked the maze mod. Я не дочитал. Ну ладно. О, смотрите, maze mod у меня открылся. У меня еще открылась вторая глава. Chapter 2, вторая глава.
не получу свое удовольствие. Такие у меня планы для второй главы. Ничего пока еще не закончено. Тогда будет что-то готово, я позволю вам знать, ребята. Но сейчас, извините, что вам скажу. Но вы будете видеть только эту пота-часть. Но это пота на сегодня, пота что. А сообщение от Супер Питер. Мыс. Смотрите. The Labyrinth, The Mist. Сможешь ты? Сможешь спройти пародию в целый лабиринт? Попробуй поддержать. Попробуй одолеть руту Мерсис. Ну, кстати, в этот раз быстро и все темно. Я тут полагаю, что включил стражем под названием Lights On, то есть Lights Off. Кстати, она там. Видите? Это она, если кто не знает. Она реально, она надеялась там... Оно надеюсь отну. Офигеть. Но мы, ребята, этот мод будем проходить с вами в следующей серии. А на этом все, я думаю. На этом все, ребята. Всем удачи, всем пота-пота. Еще мы будем ждать вторую главу. Ну что ж, на этом все, ребята. Всем удачи, всем пота-пота.